жестокие, страшные, а главное, опасные. Это очень ясно видно на этом изображении. В последнее время ведется активная кампания против разведения бультерьеров. Причиной этого стала тенденция современных преступников использовать этих собак в качестве оружия. Собакой нон-грата номер один стал американский питбуль. Именно эту породу преступники впервые использовали в Соединенных Штатах, а затем передали ее своим коллегам за границей. Порода питбуль не признана Международной кинологической ассоциацией. И все же мы посвящаем эту серию разновидностям бультерьеров. Собственно, бультерьеру, американскому стаффордширскому терьеру и стаффордширскому бультерьеру. Отчасти из-за сходства американского стаффордшира со снискавшим дурную славу питбулем, отчасти из-за кинологической безграмотности, многие считают, что любая собака, рожденная бойцовой, автоматически становится опасной собакой. Поэтому сегодня вокруг этих пород идут жаркие словесные баталии. Да вот же они, эти собаки-убийцы. Посмотрите, какие они жестокие, опасные, свирепые. Кстати, если вы полагаете, что в этом фильме вам покажут ужасы, можете выключить телевизор. Ничего подобного мы вам не обещаем. Мы хотим рассказать о собаках, а не о людях. А жестокость – это темная сторона человеческой натуры. Бультерьер. Что такое собака? Все знают, что внешне собака напоминает волка, а волку приходилось либо доверяться человеку, либо спасаться от него бегством. Процесс одомашнивания собаки длился не одно тысячелетие, но все же постепенно собака поняла, что человек может быть ее спутником, ее товарищем, ее вожаком. При участии человека были созданы различные породы собак, разница между которыми была обусловлена прежде всего их предназначением. Декоративные собаки, похожие на симпатичные плюшевые игрушки. Охотничьи собаки с короткими лапами, способные преследовать лис и барсуков в их норах. Огромные собаки, охраняющие хозяйский дом. Один их вид уже отпугивает злоумышленников. Собака, всегда верная, искренняя и любящая, стала ценным помощником человека во многих областях деятельности. Она помогала пасти стада, охотиться, служила транспортным средством. Собака защищала хозяйский дом, шла за хозяином на поле боя. У собаки нет понятия о нравственности. Она не знает, что такое этика. Она просто любит человека и не судит его. Все, что делает ее двуногое божество, для нее справедливо и священно. Человек же начал использовать собаку для удовлетворения своих далеко не самых лучших наклонностей. Например, стал устраивать бессмысленные и кровавые собачьи бои. Бультерьеры рождаются именно для этой цели. Их создали для боя между собой или с другими животными, такими же ни в чем не повинными, и все эти бои устраивают люди. Изначально человек использовал бойцовские качества быка, бык по-английски «bull». От этого слова и произошло название породы собак. История различных видов були имеет много общего. Издавна человек устраивал бои между животными, однако в древности в этих боях участвовали любые собаки, лишь бы они были крупными и обладали мощными челюстями. Бойцовские собаки, использовавшиеся до 1600 года, обычно именовались бульдогами, однако это еще не была особая порода собак. Не стоит сразу представлять себе современных английских бульдогов. Речь идет об их давних предках. Тогдашние були имели более высокие стройные конечности, прекрасно развитую мускулатуру и сильно отличались друг от друга.
Ведь бульдоги принадлежали не собаководам, а людям, делавшим деньги на собачьей крови. Разумеется, о выведении породы они не заботились. К концу XVIII века впервые возникла мысль о создании разновидности собак, наделенными стойкими бойцовскими качествами. Эти собаки должны были быть выносливыми, малочувствительными к боли, обладать силой, упорством и ловкостью. Тогдашние бульдоги имели многие необходимые качества, однако им явно недоставало агрессивности и проворства. Решили скрестить бульдога с собакой, в генетическом типе которой были бы закреплены указанные качества. В Англии речь могла идти только об одном виде – о терьерах. Именно эти собаки были наиболее агрессивными. Чтобы обеспечить большую подвижность, но вместе с тем не потерять в силе, был выбран длинноногий терьер. Так родились буль-терьеры. Но говорить о настоящей породе было еще рано, так как создатели пока заботили только бойцовские качества собаки и ничего более. В 1835 году, когда собачьи бои были объявлены вне закона, дело выведения породы сдвинулось с мертвой точки. Разумеется, психология людей, продолжавших устраивать подпольные собачьи бои, нисколько не изменилась. Такие бои устраиваются и сейчас. Но в то время начало развиваться официальное собаководство. И среди посетителей собачьих выставок были люди, восхищавшиеся бультерьерами как собакой, а не как орудиями борьбы. И эти люди принялись серьезно, вооружившись знаниями, выводить подлинную породу, а не просто кровожадную гору мускула. Заводчики разделились. Одни разводили собак комнатно-декоративных, рабочих собак и собак выставочных, а другие по-прежнему продолжали поставлять собак для боев. Работа первых привела к созданию американского Стаффордшира, произведенного от стаффордширского бультерьера и бультерьера. Вторые создали питбуля, еще более крупную и агрессивную собаку. Обратите внимание, мы по-прежнему говорим об агрессивности по отношению к другим собакам, а не к человеку. Это очень важное отличие. Потомки древних булей и терьеров обожают своих хозяев, а если они хорошо воспитаны, то и представители всего рода человеческого. Селекция позволила ослабить агрессию, направленную на представителей собачьей породы, и многие собаки вполне дружелюбно относятся к другим собакам. К человеку же они всегда относились с нежностью и обожанием, разумеется, если им не приходилось охранять или защищать любимого хозяина. Многие продолжают говорить о повышенной агрессивности этих собак. Собака агрессивна, дрочлива, а потому очень опасна, даже в руках вполне благонамеренного хозяина, так как тот не всегда может справиться с ней. Это отчасти верно. Но потенциальную опасность представляет и человек за рулем. Несчастных случаев на дороге неизмеримо больше, чем трагедии, виновниками которых стали собаки. Но никто еще не предложил уничтожить автомобили. Напротив, придумывают все новые средства для его приручения, заставляют водителей посещать школы и сдавать экзамены на права вождения. И каждый сознательный владелец потенциально агрессивной собаки должен поступать так же, учиться и ответственно, и правильно воспитывать собаку. Напомним, главная разница между автомобилем и собакой состоит в том, что, в отличие от авто, у собаки есть сердце и мозг. И никакая собака не станет опасной, если ее воспитывать с любовью и лаской, потому что она всегда отвечает только любовью и лаской. Бультерьер. Среди булей самым известным, несомненно, является бультерьер. Его римский нос придает этой собаке поистине неповторимый облик. Эта порода имеет две разновидности. Нормальную
и миниатюрную. Вторая разновидность встречается крайне редко. Распространение ее было ограничено по причине трудностей разведения, так как маленькие собачки не могли самостоятельно произвести на свет щенят с таким же большим черепом. Современные методы селекции позволили частично решить проблемы, прежде неразрешимые. Если в начале века миниатюрные собаки весили от 2 до 3 килограммов, сегодня ограничение проводится по высоте, она не должна превышать 35 сантиметров. Ограничение на вес стандарт не налагает. На сегодняшний день средний вес колеблется от 9 до 11 килограмм. Речь идет уже не об игрушках, но о маленьких пропорционально сложенных собачках, во всем похожих на своих рослых кузенов. В отличие от своих предков, они лучше поддаются разведению. Неплохо, если порода получит более широкое распространение, потому что эти собаки являются прекрасными товарищами, очень чистоплотны и привязаны к человеку. Бультерьер обычного роста, разумеется, внушает почтение. Некоторые считают его самой свирепой собакой в мире, но тот, кто близко познакомится с этой породой, не сможет не влюбиться в нее. Среди предков породы, несомненно, числится манчестерский терьер и английский белый терьер, на сегодняшний день уже не существующий. Белый окрас бультерьеров долгое время был единственным, соответствующим стандартам. Сегодня он также очень распространен. Белый окрас идет также от скрещивания с далматинами, произведенного Джеймсом Хинксом, который на сегодня считается отцом породы в том виде, в котором мы имеем ее сейчас. Дело отца продолжили его сыновья и племянник Карлтон, который в 1920 году начал разводить собак под названием Брум и впервые в мире получил знаменитый римский нос у своего чемпиона, лорда Гладиатора, который передал этот нос всему своему потомству. Согласно стандарту, бультерьеры среди прочих пород собак считаются гладиаторами. Стоит только взглянуть на них, становится ясно, что определение это верное. Бультерьер имеет очень характерную голову по форме, напоминающую яйцо. Его краниофасциальное строение обеспечивает собаке бинокулярное зрение. Бинокулярное зрение является основополагающим признаком, так как оно помогает собаке с большой точностью оценить расстояние до цели, которую ей предстоит схватить. Черепная коробка между ушами плоская. Мочка носа черная, большая, повернута вниз. Глаза маленькие, треугольные, глубоко посаженные, косые, расположены ближе к ушам, чем к мочке носа. Уши маленькие, тонкие, посаженные близко друг к другу и стоят торчком, когда собака смотрит прямо перед собой. Среди терьеров уши торчком имеют только бультерьеры. Этому имеется свое объяснение. Изначально уши буля купировали, но в 1895 году в Великобритании купирование ушей собакам любых пород было запрещено законом. Этот запрет вскоре привел к исчезновению английского белого терьера. Тогда любители були, заботясь о будущем породы, принялись работать над выведением собак со стоячими ушами. Сегодня мы можем видеть результаты этой работы. Зубы должны быть в полном составе, особенно большие зубы. Они совершенно необходимы собаке, приученной хватать. Челюсти должны смыкаться плотно, ножницеподобно. Шея, длинная, как и голова, должна быть мощной и мускулистой, конусообразной, без единого намека на подгрудок. Грудная клетка очень широкая. Лопатки также широкие, чем они шире, тем мощнее мускулы бультерьера. Высота корпуса должна не намного превышать половину высоты в холке, так чтобы под корпусом собаки было достаточно воздуха, но вместе с тем, чтобы конечности не были излишне короткими. Линия спины прямая, чуть изогнутая на уровне крестца. Внутренняя линия сгибается от грудины к животу. Конечности, как передние, так и задние, должны быть мускулистыми и прекрасно держать равновесие. Лопатка должна быть мощной и иметь правильный наклон. Хвост толстый у корня, кончик утончается. Хвост средней длины низко посажен и обычно вытянут горизонтально. Движения собаки по земле должны быть легкими и уверенными, пружинистыми и элегантными. На рысе конечности собаки движутся параллельно, как передние, так и задние. А когда собака замедляет движение, передние лапы начинают слегка загребать внутрь, в то время как задние осуществляют толчковые движения.
В целом собака должна производить впечатление компактности и упитанности. Стандарт не предлагает ни максимальных объемов, ни идеального веса, однако желательно, чтобы при минимальном объеме наличествовал максимум мышечной массы. Американский стаффордширский терьер. Родиной Амстаффа, как называют собаки-любители этой породы, является не Великобритания, а английские, североамериканские и канадские колонии. Отсюда и ее название. Ее прародителями являются все те же були и терьеры, а также исчезнувшая на сегодняшний день порода голубой поль-терьер, получивший свое имя от шотландского пирата Поля Джонса. Действительно, изначально эта порода выращивалась в Глазго, оттуда она и прибыла в колонии. С того времени и поныне история стаффордширов и питбулей то шла по одной тропе, то вновь разбегалась в разные стороны. В самом деле, до начала 30-х годов это была единая порода, но впоследствии заводчики стали работать в двух направлениях. Одни старались создать собаку, обладающую определенными стандартами, темпераментную, но уравновешенную. В результате получился американский стаффордшир. Питбуль, хотя имеет тех же самых предков, появился как собака, обладающая прежде всего бойцовскими качествами. Поэтому она больше ростом, более агрессивная, с более сильными челюстями. Но сегодня и питбуль при правильном воспитании становится необычайно уравновешенной собакой, однако психика амстаффов более устойчивая, так как заводчики уделяли ей особое внимание. Согласно стандарту, американский стаффордшир является мощной собакой при сравнительно небольшом росте. Она хорошо сложена, мускулистая, а также подвижная и грациозная. Голова средней длины, круглая со всех сторон. Объемный череп, просматривающийся стоп, высоко посаженные уши. Уши должны быть короткими или купированными. Уши могут быть стоячими, полуопущенными, то есть перегнутыми посередине, или типа полуроза. Висячие уши считаются дефективными. Глаза темные и круглые, расположены низко и на большом расстоянии друг от друга. Морда средней заостренности. Закругленная в верхней части соединяется с головой почти под прямым углом непосредственно под глазами. Челюсти мощные, нижняя челюсть выдается вперед, придавая морде квадратную форму. Заостренная морда является серьезным недостатком. Мочка носа всегда должна быть черной. Щеки должны плотно прилегать, свисающие щеки становятся большой проблемой для бойцовой собаки, и их даже подрезают. Шея мощная, слегка изогнутая, средней длины. Шерсть не должна быть мягкой. Образцовой считается шея, которая, если смотреть в профиль, постепенно переходит в холку и производит впечатление крепости и элегантности. Грудь крепкая, мускулистая, келеватая грудина. Правильный угол постановки лопаток гарантирует правильное движение. Спина скорее короткая, с небольшим наклоном от холки к крупу. Телосложение ближе к квадратному. Хвост сужается к кончику, достающему в среднем до подколенного сустава. Хвост посажен довольно низко, а при движении не должен подниматься выше уровня спины. Передние конечности должны быть прямые, костяк круглый, мощный, мускулы упругие. Локти должны быть гибкими, прижатыми плотно к туловищу собаки, при движении не разворачиваться ни снаружи, ни внутрь. Задние конечности должны быть объемными, мускулистыми, с прямыми коленными суставами. Передвигаться собака должна быстро, уверенно, пружинистой, грациозной рысью. Все тело должно двигаться необычайно гармонично. Передние лапы отчетливо идут вперед, в то время как задние выполняют толчок. Стаффордширский бультерьер.
Самый маленький терьер среди булей, его можно сравнить с миниатюрным бультерьером, является и самым популярным в Соединенном Королевстве. Но за его пределами порода это распространение практически не получило. В собаководстве нередко случается, что порода пользуется популярностью только в одной стране. Однако этой породе, несомненно, суждено распространиться и широко, так как она имеет все необходимое, чтобы понравиться широкой публике. Созданная в 30-е годы путем скрещивания буля, терьера и старого английского терьера, собака отличается необычайно уравновешенным характером. Это приятная и ласковая собачка. Ее бойцовское сложение, напоминающее сложение современного бульдога, внушает не столько страх, сколько нежность. Для нее же в жизни существует единственная дилемма – кому прыгнуть на руки, чтобы получить большую порцию ласки. Это очень дружелюбное создание, прекрасно относящееся как к людям, так и к другим собакам. Единственным наследием ее печального прошлого является стремление намертво вцепиться челюстями в свою игрушку. Эта собака не расстанется с игрушками даже во взрослом состоянии. Стандарт стаффордширского бультерьера требует сбалансированной внешности и большой силы, несколько непропорциональной размерам собаки. Это мускулистая, активная, резвая собака, очень храбрая и упорная. Голова небольшая, глубоко посаженная, с широким черепом. Четко просматриваются жевательные мышцы, выраженный стоп. Морда короткая, мочка носа всегда черная. Глаза в основном темные, могут быть под цвет окраса, круглые, средней величины, расположены так, что собака смотрит вперед и прямо. Глазные щели темные. Уши могут быть полуопущенными или типа роза. Не должно быть ни больших, ни тяжелых ушей. Щеки разглажены и четко выражены. Челюсти сильные, зубы большие, прикус ножницеобразный. Шея мускулистая, скорее короткая, узкая в верхней части, она постепенно расширяется к плечам. Туловище компактное, линия верха прямая, грудная клетка глубокая и опущенная, ребра хорошо прощупываются. Передние конечности прямые, с крепкими костями, немного расставленные. Лопатки прочные, косо поставленные, локти плотно прилегают к туловищу. Задние конечности имеют низко расположенные коленные суставы. Если смотреть сзади, постав конечностей должен быть параллельный. Хвост средней длины, низко посажен. Широкий у основания, кончику становится тоньше. Хвост не должен чрезмерно загибаться. При движении свободной, уверенной и ловкой, экономящей силы, конечности движутся параллельно, что видно как спереди, так и сзади. Шерсть гладкая, короткая и густая. Желательная высота в холке от 35,5 см до 40,5 см, в зависимости от веса собаки. Идеальный вес для кобелей от 12,5 к 17 кг, для сук от 10 кг 800 граммов до 15 кг 400 граммов. Подведем итог. Так кто же они такие на самом деле? Боевые машины в облике терьеров? Как мы уже сказали, это уравновешенные собаки, на которых вполне можно положиться. Просто к их выбору, разведению и воспитанию надо подходить серьезно и со знанием дела. Это относится ко всем четырем породам. Бультерьер и стаффордширский буль – это прежде всего декоративно-комнатные и выставочные собаки, способные также исполнять охранные функции и отчасти оборонительные. Они дружелюбно относятся к людям и обожают детей. Они позволяют им делать с собой все, и если родителям приходится срочно вмешиваться, то только для того, чтобы спасти собаку. С другими собаками они ведут себя задиристо, но если со щенячьего возраста их приучать к собачьему общению, они обучатся вести себя мирно. У них гораздо более агрессивный вид, чем характер. Однако при необходимости они могут за себя постоять, и тогда противнику мало не покажется.
Единственный отрицательный черта. Обучить такую собаку очень сложно. Она будет вас слушаться не из-за покорности, а из-за того, что любит вас. Из-за своего сходства с питбулем американский стаффордшир вызывает наибольший страх и неприязнь. Но стоит только посмотреть на хорошо воспитанного представителя породы, как понимаешь всю необоснованность этих страхов. Разумеется, надо, чтобы собака была обучена вести себя в обществе, умела знакомиться с людьми, не реагировать на их привычное поведение, играть с детьми и тому подобное. Все породы бультерьеров являются великолепными комнатными собаками. У них гладкая и довольно короткая шерсть, небольшие размеры. В доме они ведут себя сдержанно и спокойно, и только на улице проявляют свой живой и веселый темперамент. В отличие от малосоидов любых размеров, они не слюнявые. В отличие от своих кузенов охотничьих терьеров, они молчаливые, лают только, когда это действительно необходимо. Возможно, они не слишком привлекательны с эстетической точки зрения, однако они являются превосходным примером красоты функциональной, единственной, признаваемой в собаководстве. У них печальное прошлое, но это не их вина. Поэтому очень важно относиться к ним без предубеждения, помня, что нет собак-убийц, а есть люди, которые убивают. Единственная вина собаки может быть в том, что она любит своего заблудшего хозяина. Когда станет понятна эта простая истина, бультерьеры, несомненно, станут пользоваться большим и заслуженным успехом. Быть может, внешне они и напоминают военную машину, но внутри ее бьется нежное, послушное и трогательное собачье сердце.